Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, заряжаем себя на самый светлый лучший день и проговариваем такие слова. Я всегда достигаю своих целей. Вот эти слова повторяем один раз. И будьте уверены, что вы обязательно придете к успеху. Ну а теперь небесное послание на 13 октября. Надежда на лучшее. Одним из основных законов счастливой и изобильной жизни является умение верить в лучшее. Испытывая надежду на то, что все наладится, человек держится даже в самые трудные минуты своей жизни. Надежда дает силы, энергию и веру в счастливое завтра, но также это волшебная сила, которая помогает осуществлять свои желания. Вечером взгляните на звездное небо и, сосредоточив внимание на их силе, силе царицы ночного неба, Луне, попросите небо о том, чего вам очень хочется. Ваше желание должно идти из глубины души, быть искренним и сокровенным. А затем обратитесь к ангелам и попросите их избавить вас от страхов, боли в сердце и дать вам любовь и силы. Вам не нужно думать о том, исполнится ли ваше желание или нет, потому что сомнения блокируют волшебный процесс, происходящий во Вселенной, и мешают исполнить то, о чем вы попросили. Совет. Прислушайтесь к себе. Возможно, ваше подсознание подскажет вам, как именно стоит действовать, чтобы желание скорее осуществилось. Могут прийти подсказки и перечень действий, которые нужно предпринять. Вам стоит лишь прислушаться к голосу внутри и ощутить поддержку высших сил. Испытывая уверенность и надежду в то, что все сложится именно так, как вам хочется, но отпуская ожидания, сомнения и страхи, вы обретете истинное счастье и откроете для себя новый, неизведанный ранее мир благополучия и гармонии. И в течение всего дня повторяйте такие слова. Я всегда прислушиваюсь к своей интуиции и доверяю своему внутреннему голосу. Вот эти слова повторяйте 7 раз, и ваша интуиция обязательно выведет вас именно на тот путь, по которому вы придете к своим желаниям.